Привет, YouTube! Сегодня я покажу, как разобрать ручку SLX M675. Покажу просто на этом примере, на этой ручке. Тут, в принципе, ничего сложного. Разбирается быстро. Чем отличается от ручки Shimano Dior 615? Здесь просто закручивается болт, который держит ось. Выкручиваете, снимаете ось, как бы быстро, ну, держит получается. И внутри немножко там другая система идет, которая вот этот болт, там дальше пластмасска держит сам поршень, который вы задвигаете дальше или выдвигаете его. We'll be right back.
Все, ребят, я уже разобрал ручку. В принципе, быстро очень, ничего сложного. Так же само разбирается, как и Диоровский, Шаман Диор 615. Просто здесь получается вот запчасть вот эта прибавилась, но новая, которую я о ней не знал, которая держит, получается, поршень. И, в принципе, вот здесь болтик, который держит вот эту оську. И так, в принципе, все остальное так и осталось. Все похожее. Смотрите также второе видео. Будет продолжение, как ручку собрать в обратном порядке.